Если бы это случилось, я бы понял, как все-таки я был прав там в детстве, когда хотел остаться жить в деревне и стать ветеринарным врачом. Как все-таки был прав. Все, что было в моей жизни до того, до этой минуты, оказывается, было во сне. А каждому человеку свойственно просыпаться, открывать глаза, оглядываться вокруг. И я бы почувствовал себя, наверное, счастливым. Потому что Москвы нет, а воспоминания о 25 годах этого счастливого сна у меня останутся, у меня их никто не отнимет. Я бы порадовался тому, что, потому что можно начать все сначала. Порадовался тому, что можно так много изменить. Можно сделать такое количество выводов из ошибок во всем, что называется жизнью. Ну и потом бы я сказал, нет Москвы, елки-палки, нету пробок. И это уже замечательно.